Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 5-9911. Меню доступно на сайте primesarov.ru. В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Мария Ирунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Эпидемиологический процесс вышел на плато. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? 66% саровчан за новую конституцию. В Сарове подвели итоги голосования по поправкам в основной документ страны. Жара вернулась. Советы докторов о том, как сохранить здоровье в летний зной. Далее расскажем обо всем подробно. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру составило 10 миллионов 357 тысяч человек. Скончались 508 тысяч. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке. На третьем месте – Европа. В Соединенных Штатах считают, что прирост случаев коронавируса в стране может увеличиться с 40 тысяч до 100 тысяч в день. Резкий рост заболеваемости связан с массовыми протестами по стране и повсеместным снятием ограничений по коронавирусу. Ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по открытию экономики. В России с начала пандемии зафиксировано 661 тысяча случаев заболевания. Вылечились от коронавируса почти 429 тысяч россиян. Умерли более 9 600 пациентов. Почти 65% нижегородцев, болевших коронавирусом, выздоровели и выписаны из больниц. Общее число жителей региона, которые справились с болезнью, достигло 11 611 человек. Всего с начала пандемии в Нижегородской области заразились почти 18 тысяч человек. Более 8,5 тысяч из них проживают на территории областного центра. Остальные в районах и городских округах. В Нижегородской области тесты на коронавирус дали более 400 тысяч человек. Около 4,5 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1500 человек лечатся в больницах. Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево. По состоянию на 2 июля в Сарове зафиксировано 560 случаев заражения. 240 человек выздоровели. 38 саровчан лечатся в стационарах. У троих из них болезнь протекает в тяжелой форме. Главный государственный санитарный врач Сарова отметила, что заболеваемость по городу вышла на плато. Но расслабляться и радоваться еще рано. COVID-19 остается опасным для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Одна такая саровчанка больше месяца боролась с коронавирусом, но организм не справился. На фоне этой коронавирусной инфекции основное ее заболевание стало вести себя очень агрессивно. Оно стало очень быстро нарастать, прогрессировать, вплоть до смерти. Женщина умерла. Вскрытие ее и, соответственно, похороны будут проводиться с учетом того, что у нее сопутствующее заболевание – коронавирусная инфекция. Вскрытие показало и подтвердило диагноз на время лечения. Причина смерти совершенно четко. Вот это резко обострившееся ее основное заболевание, не буду его называть, но оно очень серьезное. Также в Сарове на карантин выведены 3 детсадовские группы. Одна из 31-го и 2 группы из 37-го детского сада. Карантинные детки будут сидеть дома 14 дней от первого контакта. Соответственно, им анализы будут все сделаны. Родители при этом контактными не являются. Им анализов никаких не будет. Всего на карантине 247 человек. Основными зонами риска заражения остаются общественный транспорт, раздевалки на рабочих местах, места для курения, приема пищи и кабинеты в офисах. 2 недели подряд жители страны отдыхали в середине недели. 24 июня был объявлен выходным днем в связи с проведением Парада Победы. 1 июля граждане страны провели на избирательных участках. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, как они относятся к выходным дням посреди недели. 60% участников опроса с одобрением приняли внеплановые выходные. Четверть респондентов посчитали такое решение неуместным. Без отдыха и выходных работают 15% участников опроса. Почти 40 тысяч саровчан выразили свое мнение по изменениям в Конституцию. Территориальная избирательная комиссия Сарова подвела итоги голосования. Явка составила 57,6%. 2/3 саровчан высказались за внесение поправок, против – почти 33% избирателей. Около 500 бюллетеней были испорчены при заполнении.
проявили свою гражданскую позицию и проголосовали больше половины жителей города. По данным территориальной избирательной комиссии Сарова, за внесение поправок в Конституцию выступили 26 326 человек. 13 тысяч выразили свое несогласие. 1% бюллетеней оказались испорченными. Хорошо, что они сделали заранее вот так вот. Многие люди заранее проголосовали. Не было вот этой... Не толкались, не было очередей. Ну, мы проходили, все нормально. Было, не было никаких очередей. Подошли, проголосовали и ушли. Мне очень понравилось. Перед входом стояли мужчина, мерил температуру, маски раздавал, перчатки по желанию. Все замечательно. Женщины такие там сидят доброжелательные. Кружечку опять же подарили. Организация хорошая. Потому что, когда мы пришли, никого не было. Дали перчатки, промерили температуру. В общем, я считаю, что очень хорошо. У россиян была возможность выразить свое мнение не только на избирательных участках, но и дистанционно. Для этого нужно было заранее подать заявку на портале госуслуг, получить персональную ссылку и проголосовать. В нашем городе этой возможностью воспользовались 1190 человек. По словам жителей города, онлайн-голосование позволило дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом и сэкономить время. В период пандемии дистанционно очень даже удобно. То есть я подала заявку на госуслугах, мне все пришло. То есть я дома проголосовала. Не нужно никуда ходить, заражаться. Правильно сделали, конечно. Скучности никакой не было. Вот у нас было там 2 человека. Я и муж. Больше никого не было. Россияне голосовали за принятие сразу 206 поправок, которые меняют 46 статей основного закона страны. Изменения коснулись идеологической, социальной и политической сфер жизни общества. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы всех мужчин, находящихся в запасе. В 2020 году запасники со всей страны в обязательном порядке должны будут пройти военные сборы. Сделать это можно будет в вооруженных силах, войсках Росгвардии, либо в органах государственной безопасности ФСБ. За призванными на сборы сохраняется рабочее место. Компенсацию будет выплачивать то силовое ведомство, куда они будут направлены на переподготовку. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 4 миллиардов рублей перечислят в региональные бюджеты на создание временных рабочих мест. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в жилищно-коммунальной сфере, на благоустройстве территории, в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, смогут организовать для них дополнительную временную работу. В Сарове разыграют спортивные гранты. На финансовую поддержку могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации, которые занимаются развитием физической культуры и игровых дисциплин. Заявки на участие в конкурсе грантов будут принимать до 7 июля в рабочие часы, а сам конкурс пройдет 8 и 9 июля. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 9040. О том, на какую сумму могут оштрафовать дачника, расскажут по телефону. В среду, 15 июля, в управлении Росреестра по Нижегородской области пройдет горячая линия по теме. Размеры штрафов, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях за неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Звонки будут принимать по номеру 8 831 446 65 84 с 10 утра и до полудня. После легкого похолодания в европейскую часть России возвращается жара. Температура воздуха пойдет на повышение к выходным. Синоптики прогнозируют высокий индекс ультрафиолетового излучения, поэтому советуют в полуденные часы находиться в помещении, а на улице пользоваться солнцезащитным кремом. О том, как пережить летний зной без вреда для здоровья, смотрите в следующем репортаже. Жару тяжелее всех переносят пенсионеры, дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Врачи не рекомендуют находиться на открытом солнце с 11 до 17 часов. В это время солнечные лучи особенно активны. В жаркую погоду необходимо пить как можно больше воды.
собой нужно иметь бутылочку воды. Минеральной, не газированной желательно. Ни в коем случае не сладкой, потому что от сладкой воды хочется пить еще больше. По поводу питания. Лучше всего в период жары исключать из рациона жирные сорта мяса, сладкие продукты, сладкое питье. И вообще в период жары лучше питаться, это лучшее питание – это овощи, нежирные сорта мяса. Ну, как я уже сказала, курица, если, или отварная рыба, фрукты, ягоды. Если вам необходимо выйти на улицу, стоит внимательнее отнестись к выбору одежды. Предпочтительнее легкие натуральные ткани и светлые оттенки. Одеваться лучше в просторную, светлую одежду из натуральных тканей, чтобы одежда не была синтетической и не был нарушен теплообмен. Не забывайте про головной убор. Детей нужно одевать еще легче. Механизмы теплообмена в маленьком организме не настроены в полной мере, поэтому получить тепловой удар он может намного быстрее. Перегреться можно также в общественном транспорте, который не всегда оснащен кондиционерами, но и с ними нужно быть аккуратнее. Если вы находитесь в помещении, температура не должна быть ниже плюс 22 градусов. Чтобы лучше в помещении переносить жару, ну, естественно, это кондиционеры и вентиляторы. Если замечаете симптомы перегрева или теплового удара, лучше переместиться в тень. В домашней обстановке лучше лечь и пить много воды. При ухудшении самочувствия и повышении температуры тела незамедлительно обращайтесь к врачу. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. О маленьком принце и его авторе. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка-презентация, посвященная творчеству и личности Антуана де Сент-Экзюпери. На экспозиции посетители смогут познакомиться с разными изданиями философской повести, а также биографическими книгами о летчике-писателе из серии «Жизнь замечательных людей». Подробности в следующем репортаже. Все взрослые сначала были детьми, только мало кто об этом помнит. Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. Эти фразы из «Маленького принца» знают во всем мире. Впервые повесть Экзюпери опубликовали в апреле 1943 года в Нью-Йорке. Тогда за несколько дней было продано более 200 миллионов экземпляров по всему миру, что поставило книгу в ряд самых продаваемых. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери. Сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку-презентацию, посвященную творчеству и личности писателя. На этой выставке можно увидеть разные переиздания такой аллегорической сказки «Маленький принц». И даже представлена книга, которую можно читать одновременно на русском и на французском языке. Но это, наверное, для тех, кто знаком с французским языком или, может быть, хочет изучать французский язык. Помимо этого, сотрудники библиотеки приготовили для саровчан онлайн-программу. На сайте и на YouTube-канале можно посмотреть выпуск передачи из цикла «Тайны живых книг. Детская литература в портретах», в которой рассказывается о жизненном и творческом пути Антуана де Сент-Экзюпери. Достаточно любопытная программа, где можно узнать много интересного, какие-то необычные факты из его жизни, биографии, узнать о том, какая тесная связь у него была с матерью, о том, что друзья ласково называли его Сент-Экс или Сент-Экзю. Чтобы посмотреть выставку-презентацию, нужно зайти на сайт библиотеки, найти раздел «Контакты» и записаться на экскурсию. Выставка продлится до конца лета. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24. Ученые всего мира разделились на две группы. Одни признают существование НЛО, изучают показания очевидцев и места предполагаемых посещений инопланетян. Другие не верят в эти явления. Но некоторые необъяснимые факты все же заставляют сомневаться даже самых ярых скептиков. Изучение некоторых планет дает основание предполагать на них наличие различных форм жизни. 2 июля мировая общественность отмечает День НЛО. Верят ли в неопознанные летающие объекты саровчане, выясняла наша съемочная группа. Неопознанный летающий объект. Что это такое и как он выглядит, пойдемте узнаем у саровчан. Нет. А почему? Не верю и все. Нет, не верю. А почему? Потому что я взрослый человек. Нет. Почему? Потому что все уже узнали, что нету никаких инопланетянов. Я не хочу видеть инопланетянов. Они некрасивые. У них зеленая кожа. Нет. А почему?
Не верю. Я недоверчивый. Не верю. А что это такое вообще НЛО? Неопознанный летающий объект. Я даже затрудняюсь сказать, потому что когда для того, чтобы понять, что это такое, надо или увидеть, или, по крайней мере, точно доверять людям, которые это видели и описывают. А в инопланетян верите? Ну, фильмы смотришь, веришь, художественные, а так не встречала, не могу сказать. Это все вранье про них. Ну, может быть. А как оно вообще выглядит, по вашему мнению? Круглое, большое, плоское. НЛО – это большая тарелка, которая летают летчики и некоторые объекты. Ее же не существует. НЛО – это кто летает наверху. Тарелка с зелеными человечками. Опрос показал, что большинство саровчан не знают, что такое НЛО. Но горожане не против пофантазировать на эту тему. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 5 99 11. Меню доступно на сайте primesarov.ru.